офигел. Всем привет! Это опять новое видео. Сегодня я вытащил Арсика из его запоя, да? Чтобы он наконец-то начал снимать для вас видео, так как вы пишите мне, поставьте в комментариях, где Арсик. Давайте заснимем с Арсиком. Но вот он теперь тут. Теперь я буду снимать постоянно. Да, и постанова, да? Это видео реальное. Это реальное видео. Постанова сейчас будет. Охранник будет постановочный, как вы любите. Потому что реальные видосики, они не заходят, и поэтому мы сегодня будем снимать постанову. И снимать реальные нельзя. Да. Там будет охранник с палкой или с битой. Блять! Тогда охранник был с битой. Сука, я же так должен снимать. Ничего. Тогда охранник был с битой. Он, короче, набросился на меня и на Мишу. А сегодня охранник будет с палкой, наверное. Еще раз, но, правда, пацаны. Да. Тогда я убежал, а сегодня будет просто раз-два. Как вы уже заметили, сегодня у нас погода холодная, делся так налегке, ну, чтобы быстро бегать. У меня еще день ног вчера был, и ноги болят. И как вам идея такая, если я буду снимать видео с моих тренировок, ну, с качалки или просто по паркуру. Если вам понравится, то ставьте тут, короче, лайк. Много лайков наберется, если 5000 лайков наберется, то я буду выпускать такие видео. А если не наберется, то ладно, буду чем-нибудь другим заниматься, так подумаю, может, что-нибудь еще придумаю и вам сразу об этом доложу, выложу. И все такое. Также не забывайте подписаться на мой инстаграм, потому что там я постоянно делаю розыгрыши. Ссылка на мой инстаграм будет в описании. Поэтому переходите туда и не бойтесь. Это прямая ссылка. Ну, это не прямая ссылка, да, это ссылка. Точнее, да, это прямая ссылка, она сразу на браузер идет. Если вы туда зайдете, не бойтесь, короче. Просто надо подписаться. И еще хочу порекомендовать вам одного парнишку. Я с ним снимал. Он, короче, похож на... Это, короче, Сергей Трестер. Вот, короче, ссылка в описании. Кто на него не подписан, тот будет... Это, подписывайтесь. И на Арсик тоже. Кто на меня подпишется, Сигна, ребята, бесплатно. Не успел я зайти на заброшку, я уже, блин, поцарапался. Что за фигня? Вчера палец порезал, сегодня опять поцарапался. Ждем Арсика. Все, пацаны. Раз! Эй!
Провода бери, провода. Да, да. Эй, бери, все, бегите туда. Бегите, бегите. Нужно подальше, подальше, а их двое. Я порвал куртку. Братан, болит. Братан, братан, терпи, братан. Короче, наш друг сломал ногу, мы сейчас ждем скорую, все скоро подъедет. Бля, брат. Все, заберем его. Еще выше.
быстро уже нахер. За это, ребята, то, что я сломал ногу, поставьте лайки и делайте репосты. И колокольчики не забывайте просто.